Борис Николаевич Васильев родился 9 апреля 1938 года в Псковской области Пушногорского района в деревне Семашково и встретил войну трехлетним малышом. Когда началась война, то нам предложили эвакуироваться в село Михайловское, где Пушкина могила сейчас. Там ожесточенные бои были Псковом и Нарвой. И вот зарево прямо как будто восходящее солнце. В 41-м году отца Бориса призвали на фронт. Спустя несколько месяцев семье прислали похоронку. После войны Васильевы вернулись домой. Мужчина вспоминает, жить приходилось в землянках, есть было нечего. В свои 8 лет маленький Боря уже помогал семье. Домик восстановили, огород свой сделали. Вот так, как могли питаться, но памятные вещи, когда гнилая картофель с мхом. Это основная пища была. Ну и молоко было. Уже в конце 40-х годов семья Васильевых переехала в Ленинградскую область. Учиться тогда было некогда. И Борис сразу пошел работать в совхоз, чтобы помочь матери и сестрам. Ну, мне сразу приходилось работать, обрабатывать землю на тракторе прицепщиком, устраивать, регулировать глубину плуга при вспашке. Уже после Борис Николаевич окончил семилетку, а в 16 лет отправился на Крайний Север, где работал мотористом. В 1957 году молодого человека призвали в армию и направили служить в наш город. Здесь Борис Николаевич работал на стройке, а спустя несколько лет его пригласили трудиться в ВНЕФ, где он проработал более 30 лет.